Джихангир и Каан ушли от Ильхана и создали свою собственную команду. Отныне они внутри кольца. Они решительно настроены использовать новые возможности, раскрыть тайны прошлого. То, что Терзи в руках полиции создает большую опасность для кольца, Джималь и Бахар стараются выяснить что-нибудь у Терзи. А в то же время до него пытается добраться и кольцо. Эта ситуация всех подвергает опасности. Кольцо все свои силы направило на поимку Терзи. Данное положение подвергает опасности всех новых и старых членов кольца. А насладиться очередной, а именно 11 серией турецкого сериала «Кольцо» на русском языке вы сможете уже 26 марта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.